С чего начинается художественная гимнастика? Наверное, вот с таких первых шагов. Впрочем, это уже не первые шаги. Сюда, на соревнования, приезжают уже состоявшиеся спортсменки. Или, вернее, очень желающие состояться. И в это они уже вложили немало тяжкого труда. А сколько, знают только их родители. Мне жалко, дочь. Мне жалко, конечно. По 5 часов тренировок в день. И результат? Результаты есть, да, уже 4-й год занимаемся, ходим. Мы хотим, чтобы она была здоровой, во-первых, чтобы была счастливой и красивой. Подготовка к стартам в самом разгаре. И что их так притягивает к этому непростому спорту? Далеко не все его выдерживают. Просто там вот эти все с обручем, с мячом, за головами. Занимаешься, и тебе начинает нравиться, и ты понимаешь, что ты хочешь этим заниматься. Так, а что это вам дает? Это же тяжело. Ну, это дает, чтобы там... Достижение. Да. Чего хотите достичь? Ну, мы хотим стать спортом и олимпийскими чемпионками. Вот такие здоровые у этих девочек амбиции. И сегодня мы их еще увидим на пьедестале. И несколько слов об уровне соревнований. Ведь здесь немало дебютанток. И для них это испытание на прочность. Из года в год у нас участников становится все больше и больше. В этом году у нас принимает участие 320 спортсменок из 12 муниципалитетов Московской области. Девчонки молодцы, показывают замечательные результаты, а становятся победителями и областных, и всероссийских соревнований. Здесь есть кому себя показать и на других посмотреть. Основная цель соревнований – повышение спортивного мастерства, обмен опытом, расширение дружеских связей. А это, согласитесь, дорогого стоит. Вот он, первый пьедестал для 7-летней спортсменки. Может, это будущая звезда? Загадаем на удачу. А это и наши искорки. Их команда так и называется. Лиза, Кристина, Полина заняли весь пьедестал и уже не в первый раз. Быть им мастерами. Это же очень красиво. Это же женственно, это утонченно. У них вырабатывается осанка. Помимо дисциплины, осанка. Художественную, конечно. Тяга к прекрасному. Терпение. Пожелаем еще остальных нервов, чтобы в ответственную минуту они не перенервничали и не допустили серьезную ошибку, которая стоит им победы. Конечно, это спорт красивый, но и требует огромного труда. И труд этот не напрасный. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.